Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на канале OpenWeb, и в этом видео мы с вами вместе пройдем все круги ада при разработке сервера для GPS-трекера. У меня есть вот такой вот китайский GPS-трекер, купленный на Алиэкспрессе. Единственное, что он умеет, это отправлять свою локацию. Больше ничего не умеет. Все остальное решается при помощи сервера, который его должен обслуживать. Разумеется, как настоящий программист, сервер я хочу сделать для него сам, а не использовать тот, который мне предоставляют китайцы. И как вы думаете, что самое сложное для разработки подобного программного обеспечения для таких трекеров? И вообще китайских устройств? Правильно, их слишком много, и протоколы везде разные. Мне пришлось залезть в анус Google, чтобы найти протокол конкретно под это устройство. Разумеется, по началу любой разработки мы начинаем читать документацию, в нашем случае это протокол. Чтобы это устройство начало работать с нашим сервером, ему как минимум надо послать новые настройки, где наш сервер находится. Это либо IP-шник, либо домен с порт. Мы отправляем простую SMS-команду на это устройство для смены собственно настроек. Мой модем поддерживает DDNS, что позволяет мне использовать там домен третьего уровня и пробазать порты на мой домашний сервер. Поэтому здесь у меня проблем нету по там арендовке какого-то сервера под эти вещи. Я использую домашний сервер для этих делов. Просто прокидываю порт. Сейчас мы его запитаем. У меня сейчас горит компьютер или холодильник. Зачем вы выключили? В качестве языка разработки я буду использовать Node.js. Конечно, здесь вы могли бы подчеркнуть, то для этих вещей лучше бы использовать там C, Java и так далее. Но я не очень хочу сейчас низко так сильно пасть. А такие низкие языки, когда у меня есть нода. На ноде можно очень быстренько сделать и посмотреть, что будет. При этом я буду там единственный клиент, я думаю, производительность там какого-то ноды мне особо будет не важна. У меня не будет тысячи клиентов, для чего мне нужна была бы, например, та же Java. Делаем pnit. Да, все по умолчанию. Yes. Так, теперь мне нужно установить пакетики. Пакет мне потребуется как минимум net. Эта библиотека дает нам хорошие API для работы с сокетами, TCP-соединениями и низа подобное. Ставим файл индекс. Для разработки буду использовать Komodo ADI, благо он теперь стал у нас бесплатный. Почему не PHP Storm? Потому что я могу так быстренько менять шрифты. Для демонстрации экрана это очень актуально. PHP Storm надо заходить в менюшку, а потом, когда заходишь поработать, опять заходить, опять править. Неудобно. Что-то я цветом переборщил. Так, и сразу запускаем сервер. Сервер. Залк он не подсвечивает внутренние методы. Возможно, он еще не проинициализировал. Здесь мы возьмем p-socket. Выведем в консоль то, что у нас клиент подсоединился. Клиент. Сокет он. Будем отслеживать дату. И все по классике жанра. Мне сейчас надо хотя бы получить первый экземпляр пакета с нашего сервера. Ну и конечно листинг. Листинг. Мне нужен будет порт 3/6. Сохранить. И давайте делаем консоль лог. Дата посмотрим. Какие пакеты пойдут к нашему серверу. Теперь делаем ноды индекс. Запускаем индекс. И ждем, когда он у нас подключится. О, клиент подключился и отправил нам какой-то пакет. Так, теперь мы идем в документацию. Ну, его пока рубанем. Так, мы сейчас его копирнем. Пакетик. И будем его разбирать. Так, у нас есть 2 байта. Стартовый и завершающий. Старт 28, завершающий 29. Ага, 28.
Вот он у нас есть. Старт. Так и подписан тут у нас старт бит. И 29-й. Стоп бит. Так, смотрим. Серийный номер 12 байт. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это у нас сериал. Серийный номер. Дальше. Что у нас дальше идет? 4 байта команда. 1, 2, 3, 4. Это наша какая-то там команда. И тело сообщения. Вообще, в нормальном протоколе есть еще длина самого пакета. Но китайцы, наверное, об этом не знают. Нормальный протокол всегда содержит проверочный пакет, чтобы я мог удостовериться, что стоит этот байт конечный, это именно тот байт, который я ожидаю. А не случайно какой-то из пакета пролетел. Ну, это, блин, китайцы, что здесь делать? Так, мне нужно сейчас, наверное, понять, какая у меня команда. Так, какой-нибудь возьмем онлайн-конвектор. Hex to string. Так, смотрим. Нам нужно понять, что вот это такое. Конвект. BP00. BP00. Так, down message. Up message. BP00. Handshake. Single message. Понятно. Так, идем на 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. Так, где же вы? 3-2-1. 3-2-2. 3-2-1. Begin. Running time. 12, да. Команда. Device ID. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, device ID, и 3 байта message body. Да. Так, сейчас проверим. Там должно у нас быть ХСО. Так и есть. Что мы должны с этим вообще добавить сделать? Мы должны заключить рукобожатие. Так, так, так. Я должен ему ответить IP01. Идем наверх. IP01. Во-первых, что я буду делать? Я должен буду проверить начальный и конечный бит. Вообще в этом протоколе это можно и не делать, потому что как я конечный бит проверю, если не знаю длину пакета? Вообще в протоколе должна быть длина пакета. Но здесь его нет. Ну, хрен с вами. Констант старт. Старт бит у нас будет 28. Константа стоп бит будет у нас 29. Поэтому я здесь сразу проверяю 0,1. Если она мне не равна старт бит или дата не равна стоп бит. К сожалению, приходится меня именно размер вот так понимать. То я здесь делаю console.log. Даже не log, а error. Error пакет. И закрою соединение. Socket.end.
Сохраняем. Проверяем. Спускаем. Так, лента опять подсоединился. Отлично. Так, теперь мне нужно сделать реакцию на команды. Я полагаю, команды у них все на одном месте стоят. Это уже хорошо. Значит, сделаем мы переменную команду, которая нам преобразует хекс в нашу строку. У нас здесь 13, 14, 15, 16. Делаем консоль. Лог. Выведем команду. Команда. И мне нужно сделать какой-нибудь свитчер по нашим командам. Команд. Из нас будет кейс BP00. Break. Так, теперь мне здесь надо будет ему ответить. Так, ответ IP01. Вот у нас response 311. 3.1.1 перестал. Так, возьмем первый и завершающий бит. Лет буф сделаем. Равно. Это у нас будет старт бит. Так и помимо этот старт бит, чтобы потом не запутаться. Потом добавим к этому еще один массив. Running node 12. А, собственно, это как раз девайс ID, да? Так, давайте мы сейчас его отсюда возьмем. С 1 по 13 и будем его сюда отправлять. Array from running node. Так, что там еще? Concat. Так, команда block AP01. Давайте ее обратно преобразуем. Это у нас AP01. 50, 30, 30, да, вроде так. AP. Так, еще что-то мы должны добавить в этот пакет. Да, и NC0. Ага, это у меня уже есть эти биты. Вот они. Тут пометить. 0.48. 0.53. 0.4F. И вроде все, да, только еще один бит завершающий. Concat 0.29. Теперь мы должны это все загнать в буфер. Буфер. Буф. Сокет. Кабрайт. Так, ну что ж, проверяем. Открываем сервер. Идем на устройство. Ага. Что-то мы там чуть-чуть не поняли. Сокет. Сокет. Сделаем. Сделаем конструкт. Что? Это плохо, потому что это диск не подсвечивает. Возникают вот такие вот нюансы. Пистон в этой проблеме нас меньше. Так, BR001 и BR. Ага, нам еще пусть один пакет. Мы даты не отслеживаем, да, по ходу дела. Надо еще посмотреть, что вообще такое пришло-то. Давайте еще раз. Давайте консоль почистим. Угу. Ух ты, здесь как много байтов-то, а. Надо строку сжать. Вот так, преобразуем стринг. Потом берем по 2 и через пробельчик. Думаю, будет так вот нормально. Угу. Отлично. Теперь красиво. Возьмем у нас новый пакет. Надеюсь, это у нас координаты. Мы сейчас также все добавим. Мы узнаем, то это конечный.
Это первый у нас. То есть это у нас старт, это у нас стоп. Так, по 35 serial number по-любому пришел. Serial number пришел. Это у нас команда наша пришла. Как видим, как раз отличается на 1 байт, где здесь BP, а здесь BR. Команда пришла. Так, сразу сделаем кейс BR 00 break. Так, идем в BR 00 и смотрим. BR, BR 00. 326. Так, все правильно. Месседж. BR DPS date. Ага, а где нам бить DPS date посмотреть? DPS date. Ага, вот. Формат DPS. Пиздец нахуй, блять, and they're just like screaming. Во-первых, если время кодируется как-то числами, то как минимум либо там нормальная дата кодируется стрингом, либо Unix time кодируется интегером. Но, блин, не вот это, ну хрен с вами. Год, месяц, день. Год. Это у нас месяц. И это у нас день. Идем дальше. А или В? Ну понятно. Либо с той стороны пусай, либо с той стороны пусай. Опять же, нормальный человек кодирует одним байтом. Либо 0, либо единица, а не символ. Ну ладно, это не самое плохое, что могло быть. И это у нас вот это символ, да? Так, потом у нас идет longitude. String 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Китайцы, блин, то, что числовое нужно кодировать числом, а не строкой. Как это по-китайски? Сейчас, секунду. Конечно, у меня села батарейка на фотике, но дальше особо нет ничего интересного. Я очень долго и очень мучительно разбиваю весь пакет на составные части. Единственное, с чем мне пришлось столкнуться, это попытаться спарсить с этого пакета все необходимые данные. Мне пришлось написать вот такую гигантскую регулярку. Да, и сами координаты GPS были в формате DMM. Дело в том, что есть три вида формата координатов. Это DMS, DMM и DDD. Они различаются в том, что одни пишутся в секундах, другие в минутах, третьи вот в таком стоковом формате. Мне нужно, разумеется, нормальную стоковую информацию передавать в Google карты, либо Яндекс карты. Поэтому мне пришлось написать небольшую функцию для преобразования из формата в формат. Благо все формулы есть уже в интернете, да они довольно легкие. Ну вот мы получаем последний нормально обработанный пакет от нашего трекера. Здесь уже есть нормальные координаты, есть скорость, есть курс, есть время отправки координат. Собственно, все это можно уже через веб-сокет отправить, например, в веб-морду, ну, либо еще параллельно сохранить в базе для последующей там аналитики или построения какого-то маршрута. Я надеюсь, это видео вам было интересно, либо хотя бы познавательно. Если хотите увидеть, как все дело отдать на клиента, либо закинуть в базу, обязательно пишите в комментарии, мы снимем продолжение. Как мы, блин, как будто у меня раздвоение личности. Хотя, может быть, и раздвоение. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и всем чистого кода.